До открытия нового сезона остались считанные дни, и в мускомедии подготовка идет полным ходом. Каждодневные репетиции, подготовка костюмов и света и, конечно же, облагораживание самого театра. Работа предстоит поистине глобальная, ведь новинок в этом сезоне будет не одна и даже не две. Одесситов и гостей города ожидает большое разнообразие новых постановок. Мы уже начали работу над спектаклем «Цыганский барон». Это огромное полотно, давно не шедшее на нашей сцене. И я помню последнее количество спектаклей, которые были сыграно в предыдущей постановке 1200 раз. Кроме этого, в этом сезоне планируют поставить и два спектакля для детей, которые не шли на сцене мускомедии почти 5 лет. Один из них рассказывает о приключениях Винни-Пуха, а второй – это всеми любимая сказка о Золушке. Параллельно мы начнем работу над спектаклем музыкальной комедии «Оскар». Это французская пьеса, многие зрители знают этот фильм с Луи де Фюнесом, с музыкой Марка Самойлова, очень близкого друга нашего театра, который, к сожалению, уже покойный. Также сейчас в театре размышляют еще над 3 произведениями. Это «Алые паруса», «Человек из Ла-Манчи» и «Средства Макрополуса». Хотят поставить, конечно же, все 3, но, к сожалению, все зависит от договоренности с авторами. Но и это еще не все. В конце лета с 23 по 28 августа в театре пройдет международная лаборатория постановок молодых режиссеров. Специальная комиссия отобрала 5 претендентов, каждый из которых представит свое видение того или иного спектакля. Ну а победитель такого конкурса выиграет возможность поставить спектакль на сцене мускомедии в следующем году. На самом деле, о режиссерах можно говорить по-разному, на режиссеров нужно смотреть, как они работают. Поэтому это и конкурс. Вот. Я скажу, что 2 режиссера будет из города Санкт-Петербург и 3 режиссера из города Киев. Что они будут ставить, я думаю, что, вернее, что они будут показывать, это не знаю, об этом можно говорить или нет. Но один из спектаклей будет «Jesus Christ Superstar». Так что можно смело говорить, 71-й театральный сезон будет насыщенным и красочным. Каждый сможет найти пьесу по душе. Поэтому, господа театралы, готовьтесь оценивать новые постановки.